наконец-то, Циммерман, мы снова вместе. Разумеется. Знаешь, мальчик, мне тебя жаль. Это оружие слишком мощное для тебя. Поэтому тебя я уничтожу сначала. Потом я уничтожу свой отряд, а за ним армии Британии и Германии целиком. Они в меня не верили. Я хотел вести отряд, выиграть войну, но меня никто не поддержал. Но когда я нашел пещеру и эти устройства, я знал, что близится прорыв, которого я ждал всю свою жизнь. Я смогу стать кем-то особенным, изменить историю, изменить войну, изменить все. Ходить по воде не пробовал? Прояви уважение. Это последние мгновения твоей жизни. Thank you.
этого не может быть. Мой план был идеален. Я сам идеален. Я не могу проиграть жалкому человечерке. Крепкими убеждениями. Вот и конец.